Надо его догнать. Ты знаешь, куда он идет? Домой. Потому что там мама. Далеко дом? На той стороне. А как же ваши? Мы пойдем в обход. Нас не увидят. Псы точно должны напасть сегодня. Да, так. Мой друг мне сказал. Они атакуют под прикрытием бури. Ну, если Айзек не передумал. Ваш лидер, Айзек, чего он хочет? Положить конец войне. Но какой ценой? Теперь уже любой. Сюда. Сумеешь забраться? Так, быстрее всего. Беру припасы. На всякий случай. Черт. Ты их знаешь? Была знакома. Мне жаль твоих друзей. Что тут поделаешь? Эбби, зачем ты нам помогаешь? Лев меня тоже спрашивал. Я считаю, вы этого не заслужили. Но и мне самой это было нужно. Должна была. Ого. Это ваша деревня? Нет, это Гавон. Наша будет дальше. Не стой тут, а то тебя заметят. О, нет. Что это? Сигнал оповещения. Ваши бойцы прибыли. И сестры поднят по тревоге, надо спешить. Тебя, Айзек. Срежем через лагерь лесорубов. Не отставай. Сколько людей тут живет? Примерно 1000. А солдат сколько? Воевательная половина из нас. А что вторая половина, когда придут наши? Кто-то спрячется. Большинство примет бой. А где все? Ушли сражаться. Доведет нам всего сидеть сквозь бурю. Нам надо подняться туда.
Отведите их в убежище, скорей! Это плохо. Как нам тут пробраться? Ворота они заперли. Лесопилка. Большое здание справа, где факелы. Предлагаешь туда? Да, там можно пройти. Отлично. Пошли. Я не готова. Ради своих родных, своей земли, ты будешь... Уйти! Вот ты где!
неукротима, но она укажет путь в бой. Вроде никого. С ума сойти. Давай, нам сюда. Охренеть. Да хранит нас она. Айзек, что ты делаешь? Теперь они на нашей земле, и они получат по заслугам. Ее любовь придаст нам сил. Повезло. Куда теперь? Пройдем через тот дом впереди. Яра, в лагерь лесорубов. Куда они забирали детей? У нас повсюду убежище. В крайнем случае, их вывезут с острова. Хорошо. Мы знали, что этот день наступит. Да. Защити его. Туда нам нельзя. Почему? Не спрячешься. Ясно. Yes.
Наша деревня будет сразу за полями. Супер. И куда нам? Видишь вон ту башню? Space Needle? Что? Да, вижу. Иди к ней. Насчет их численности. Их тут десятки. Как мы это допустили? Уже не важно. Готовься. Атакуют! Мы нашли другую! И псину! Ты поплатишься, Яра! Откуда-то оттуда! Замес. Пойдем в деревню.
сюда. Давай. Как рука? Болит. Иди сюда. Вот наш дом. Поговорить с ней. Я пытался объяснить ей, но она только кричала. Она бросилась на меня. Я не знал, что делать. Я ее просто оттолкнул. Тихо, тихо. Она ударилась об стол. Послушай, Яра, ты просто защищался. Ты ни в чем не виноват. Все будет хорошо, обещаю. Я хочу уйти. Да, я тоже. Пойдем. Держи. Пойдем. Сюда. Яра, я не должен был. Пошли. Что случилось? Сын, по всему острову. Мы справимся. Она нас хранит. Мы разве не пойдем обратно? Нет. Я слышу там выстрелы. Я их тут повсюду слышу. Лодок в гавани много. Я о том же подумала. Можно пройти через старый город, избегая дорог. До гавани далеко? Не близко. Но вариантов нет. Просто иди за нами. Да, ладно. Ушли сражаться с псами. Да. Рука. Нормально. Я просто устала. Яра. Мама верила всем сердцем. Я знаю. Так чем она это заслужила? Вера не дает нам бессмертия. Утраты ждут на каждом шагу. Но вера помогает нам найти силы, чтобы стерпеть эти утраты. Она ведет нас. Дальше по улице. Заходи, скорее. Мы пойдем в столицу, а вы с отрядом в соседние поселки упадете. Вы все сюда!
Залезай. Скорей. Мы бросаем их на произвол судьбы. Мы не можем им помочь. Я знаю. Держись рядом со мной. Хорошо. Боже. Надо уходить с улицы. Нет. Эбби! Сюда! Где мы должны встретиться с группой Айда? У старой радиовышки. Это недалеко отсюда. Что происходит в столице? Отряд Альфа из Пикник. А Браво продвигается вдоль. Какие уроды вообще на спуске? Да. Что вы сегодня? Пошли! Хорошо бы от них отвязаться. Да. Пойдем другим путем. Переулок на той стороне. Давай. Пролезай под машиной. Эбби, нам нужна помощь. Пошли. Ты все еще рядом? Не знаю. Не останавливайся. Яра. Сюда. Поймал! Яра! Эбби! Яра! Яра, вставай! Выстрелы, бегом! Пожалуйста! Лев, уходим. Нет! Идем. Нет! Вижу кого-то! Я не оставлю ее здесь! Назад! Брось, живо! Охренеть! Я сказала назад! Отставить! Айзек. Ты что творишь? Выслушай меня. Кто это за тобой? Он меня спас. Отойди, с тобой разберемся потом. Он не с ними, прошу. Эбби, в сторону. Это ребенок, черт возьми! Считаю до трех. Отойди от шрама. Раз. И ты меня застрелишь? Два. Я не отойду. Нет! Какого хера? Хвали ее! Скорее идем. Умерла. Боже, она умерла. Лев, пойдем. И ты с этими психами? Я с тобой, а не с ними. Послушай, нам придется пробиваться. И я тебя умоляю провести нас к этим лодкам. Нас никто не остановит. Ясно? Ладно. Ладно. Пойдем. Выход и прочесать здание. Блин! Падла!
Идем к выходу. Подожди. Я послежу. Уже не важно. Надо валить. Куда? Впереди будет радиостанция. Пойдем через нее.